Во дворце спорта «Триумф» завершились 27-е всероссийские соревнования по боксу класса А памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина. В минувшие выходные многочисленные зрители стали свидетелями упорных финальных боев. В двух из них участвовали бойцы Люберецкого спортивного клуба «Спартак». Боксерский турнир имени прославленных спортсменов Юрия Капитонова и Владимира Кузина имеет высокий статус. Именно поэтому уже на протяжении 27 лет он традиционно собирает в Люберцах лучших российских боксеров, имеющих звание не ниже кандидата в мастера спорта. Стремятся принять участие в соревнованиях и бойцы из стран ближнего зарубежья. Ведь, как показало время, Люберецкий турнир дал путевку в жизнь многим мастерам кожаных перчаток, которые сегодня входят в элиту отечественного спорта. Именно с этих турниров у меня начинался путь в большой бокс. Именно с этого турнира я начинал выступления среди взрослых. Поэтому для меня это не чужой турнир, и мне приятно вновь здесь побывать. Турнир, безусловно, высокий уровнем, и это один из самых сильных турниров в России класса А. В этом году на участие в соревнованиях заявился 121 боксер. В финальную часть вышли 22 спортсмена. Честь защищать славные традиции знаменитой спортивной школы бокса «Спартак» завоевали Николай Кобзев и Антон Шмаков. Все знают этот клуб «Спартак». Ему более 50 лет, и воспитанников ни одно поколение уже прошло. И тренера у нас очень квалифицированные, хорошие специалисты. Это школа «Спартака». Также есть отделение при детской спортивной школе у нас, тоже базируется на «Спартаке». Победа в финале соревнований дает право получить звание мастера спорта. Надо ли говорить, какой мощный позитивный импульс выигранный бой может дать спортсмену? Поэтому по накалу страстей поединки в «Триумфе» не уступают боям, проходящих в рамках чемпионата или Кубка России. Я сам много провожу турниров, и я хочу сказать, всегда завидую с хорошей точки зрения этому турниру. Потому что 27 лет уже он турнир. Я помню, когда он еще только начинался. Представляете, это время, это жизнь. Это больше, чем четверть века. И я желаю этому турниру только одного единственного – так продолжать. К огромному сожалению поклонников люберецкого бокса, наши спортсмены не смогли подняться на высшую ступень пьедестала почета. Горечь от поражения у Николая Кобзева была настолько велика, что он отказался дать интервью нашему телеканалу. Но спорт, он тем и хорош, что здесь нет закономерностей, и побеждает всегда сильнейший. А мы будем ждать от спартаковских боксеров лучших поединков. Все предпосылки для этого есть. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.